О, все. Ой, гений. Привет, друзья. Это мой влог. Теперь я буду снимать чуточку больше своей жизни, чем в Инстаграме. Хоть я и не популярная личность, но в первую очередь я это все снимаю для себя. Чтобы где-нибудь лет через 5 посмотреть, как я выглядел в таком возрасте. В возрасте 16 лет уже. 16. Понимаешь? Вот, поэтому я решил снимать. Поэтому я решил снимать влоги, что-то из своей жизни, веселые моменты, прогулки с друзьями, просто нахождение с самим собой. Фу, я мошку съел. Камера решила упасть. Правильно сделала, потому что я сидел, мне комары просто съели. Как вы могли догадаться, я в селе Варзага. Вот так оно все выглядит. Достаточно красиво. Мне здесь очень нравится проводить каждое лето. Вот поэтому этот влог, мой первый влог, будет посвящен именно этому месту. Этому месту. Чем я здесь занимаюсь, потому что когда я уезжал, меня многие спрашивали, зачем ты едешь сюда, вот сюда, зачем ты едешь? А вот это видео, это мой ответ, зачем я сюда еду. Здесь находятся и мои друзья, которых тоже покажу, которым безумно благодарен за это лето. Они классные ребята. Ну и помимо друзей, естественно, я приезжаю сюда помочь своим родственникам. Ну и, естественно, я здесь тренируюсь, так как я спортсмен, хоккеюга, поэтому тоже здесь бегаю, тренируюсь. Это вы тоже посмотрите, как я это все делаю. Своеобразно, потому что бегать вот по таким вот местностям, это очень интересно, да. Сами понимаете. Я надеюсь, не очень быстро было. И каждый успел присмотреться. Так что, ребят, присаживайтесь поудобней. Наливайте там чай, кофе, что хотите, хоть сок. И просто смотрите. Всем спасибо просто, вот, что зашли на мое видео и уже посмотрели вот эти вот пару вступительных минут. Дальше вас ждет самое интересное, самое вкусное и самое веселое, поэтому продолжаем. Ну что же. Ну, а влог я начну с того, что покажу, где я живу вообще. Естественно, это село Варзага. У нас есть вот такая вот лодка. Том. Сейчас я пройду к дому и покажу, как он выглядит снаружи. Выглядит он вот так. Такая зеленая веранда, белый фасад. Красная крыша. Это половина бабушки. Прабабушки моей. Но, к сожалению, она этим летом не приехала, так как не смогла. В этой половине живу я. А в дальней живет вся остальная семья. Вот так вот выглядит. Есть сарай дедушкин. Можем зайти вовнутрь. Здесь просто мастерская и прицеп от бурана. А здесь снегоход, запасы веников на весь год и старые велосипеды, в том числе и мой. Такой вот, весь уже дохлый. Надо его как-нибудь починить, но он уже настолько старый, что даже не очень хочется. Есть баня такая. Огород, это клубника. Там дальше тоже что-то растет. А вот сама баня. Котел с водой, бочка с водой, которую мы наполняем из колодца. Полки, на которых сидят. Сюда плескаешь воду, пар идет. В общем, классная баня. Стиралка. Так дом с другой стороны выглядит. Это огород. Здесь картошка, лук. Укроп, что-то там еще растет. Ну а теперь зайдем в дом.
Вот так вот все выглядит. Обувь. Проходим дальше. Запасы воды. Коридор. Чердак. Здесь такие вот завалы. А прошлым летом, вот за этой травой, а прошлым летом здесь жил я. Отсюда такой вид открывается. Классно. Сейчас здесь лежит трава. Это мама что-то разложила. Ну и здесь очень жарко, душно. Прям вообще сразу заметно. Поэтому я живу у бабушки на половине. Там удобно, комфортно и хорошо. Сейчас мы туда и зайдем. Умывальник. Такой. А это уже моя половина. Точнее, прабабушки. Диван, кровать, ковер. Как можно без ковра? Зеркало со мной. Сервиз. Спальня еще одна. Телевизор, ноутбук. Вот так вот. В принципе, довольно скромно. Ту половину я не буду сейчас показывать. Во-первых, там бабушка с дедушкой отдыхают, а во-вторых, она не особо отличается. Примерно все точно так же. Только в зеркальном варианте. Здесь тоже кровать, только там, с другой стороны. Диван, стол, сервиз, печка. И такая же комната. Как бы ничего особо не отличается. Ну, только зеркала нет. Из окна выходит такой вид. Ну, вот, в принципе, так выглядит весь дом, где я живу. И мы можем приходить. Камера села, поэтому теперь я записываю через телефон. А с собой у меня такие две канистры, каждая по 5 литров. И направляюсь я на родник. Набирать воду, питьевую, для чайников нам и так далее. Но в основном мы только пьем. А все остальное... Сейчас, наверное, ветер сильный. А все остальное спасает вода из колодца, в которой и моемся, и посуду моем, все остальное бытовое, так сказать. Ну и умываемся, я вижу. Вот, ходим, приходится тропинкам ходить. Лишь бы дойти до родника. Извините за тряску, потому что все-таки телефон, стабилизации ноль. Я почти пришел, а тут такой вид. Здорово. Мне нравится. Ну что, собственно говоря, сам родник. Выглядит он вот так вот. Здесь просто можно посидеть на скамейке. Отдохнуть, кто устал. Я обычно вообще просто ставлю канистры и ухожу сразу же. Поэтому здесь такие вот два сторожа. Защищают, как говорится, от злых духов. Я не знаю, кто как говорит. А я просто ставлю канистру и жду, когда она наберется. А тем временем просто вторую канистру готовлю. Ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Обычный набор воды. Мне кажется, многие так делают. Здесь дофига комаров. Еще и мошки, и оводы летают. Это жутко. Жутко бесит. Сейчас я покажу, какой вид открывается с родника. Тут у нас такой лес, бора. Такие тропинки здесь. И вот сам вид. Вот родник внизу. А вот вид на деревню. На село, на деревню. Мое время пришло, пора идти домой, потому что меня ждут с водой, надо поторопиться. Короче, вот где я, вот я. Ой, стой. Короче, камера сдохла,
Поэтому я, чувак с красным лбом, и вот это вот, да? Мы, я и мой красный лоб, не ты, будем продолжать дальше кидать в чашку этот чайный пакетик. Это ж не твой, а ты чё, чай не брала? Тупая. Ну не взяла чайный пакетик, вот это вот не взяла, вот это вот. Мы, короче, дальше продолжаем кидать чайный пакетик в чашку, потому что это офигенно. Да. Сейчас будем бросать чайный пакетик в чашку. Я фиг знаю, сколько у меня памяти на телефоне. Да ты, блин. Не попал. Я не знаю, у меня, кстати, записалось на камеру или нет, но мы играем на щелбаны. 5 непопаданий, и она мне бьет 5 щелбанов. Да. 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 Я думала, это не жестко. Ну это не жестко, но это неприятно. Ну да. Ну задом. Не, задом именно. Не, ну теперь это. Задом. Ну в этот раз. Он летит. Надежда есть. Сколько записывать, то уже хотя бы. Ой, 40 секунд осталось. Блин, последние 40 секунд, давай! Уже 20. Ну, почти 20. Давай, последняя надежда. 5, 4. Короче, я уже записываю с другой камеры. Я попал. Да. Это все была гениальная система, которая придумала сестра вот так вот бросать. И у меня на телефоне тоже начала. Только уже на. Да. Вот я и пробью щелбан. О, все, я тебе один. Нет, 5. Да потому что разработка. 5. Ну ладно, 5. А! А, ну фигня получилась. Давай, я тебе даю шанс. Покажи своим лобом сейчас. Ну, не видно. Но он красный, оно тоже все красное. Короче, оставалось там 6 секунд, потому что телефон, память заканчивается. Я попал. Я попал, да, вот, короче, он бежит здесь. Это было вообще... я попал. Вот чем можно заниматься в деревне? Кидать грёбаный чайный пакетик в чашку. Наконец-то теперь, вот я вот могу взять... Раскрыть нафиг этот чайный пакетик. Сделать вот... Новый чай. Хочу. Ему плохо. Ой. Я попил чай. Ой, да. Блин, принеси мне, пожалуйста, новый чайный пакетик. Ну да. Вы понимаете, да? Насколько все жестко. Не, он горячий. Нормально. Ну, короче, все. Нам приятного чаепития, вам тоже приятного чаепития. Да? Угу. Да. Мы тоже чай пить, кушать вот эту вот прекрасную бубочку.
с маком, пить чай, есть конфетку и просто отдыхать. Ощущения. Я думаю, это стоит подписаться.